Жил в Галааде Ефай. Он храбрый был герой. И на его родимый край враги пошли войной. Стал Ефай тогда вождем израильских полков. К аммонитянам вышел он, сразиться был готов. Но Богу дал обет такой: когда аммонитян ты мне предашь, о Боже мой, то, отомстив врагам, я все отдам тебе, клянусь, что первым из ворот, когда с победою вернусь, навстречу мне пойдет. Благословил, и враг был побежден. С победой Ефай спешил в родной вернуться дом, а там готовят торжество, героя ждут. И вот к нему навстречу дочь его. Тимпанами идет. Воскликнул вождь: «О, дочь моя!» И горько зарыдал: «Тебя, родная, Богу я в молитве обещал. Нет у меня других детей, как мне тебя отдать? Ужели в старости моей мне внуков не видать? Ты поступай со мной, отец, по слову твоему. Победу дал тебе Творец», — сказала дочь ему. «Меня с подругами пусти проститься поскорей, готова в храме провести потом остаток дней». Обет исполнив, Ефай дочь Богу посвятил. И день, и ночь молился сам, чтобы хватило сил все сделать так, как обещал. Ты ж помни про того, кто, не желая, жертвой стал обета своего. ¶¶